Госдуме считают, что стоит поднять штраф за телефонный разговор за рулем. Если поправки войдут в силу, то автолюбителям придется расставаться с 5000 рублей. Напомню, что с 2007 года в Кодексе об административных нарушениях прописан запрет на использование телефона за рулем. Штраф за опасные диалоги с тех пор составляет 1500 рублей. При том, что санкции не распространяются на гарнитуры и всевозможные системы «свободные руки». Безусловно, водителям отвлекаться крайне опасно, но улучшит ли ситуацию на дорогах заметно округлившаяся сумма? Об отношении местных водителей к возможным реформам смотрите в нашем опросе. Положительно. Положительно. Почему? Объясните. А потому что две вот таких симпатичных меня чуть не въехали, разговаривали по телефону. Я думаю, пусть. А в другом как еще? И так уже достаточно, на что и добавляют, и превышают, и так далее. Я считаю, что рановато. Это плохо, я так не делаю. Вот, но прибавлять до 5, я считаю, перебор. Пускай будет так, я согласен. Чтобы был штраф 5000. Будет и на дорогах посерьезнее, и безопасность. В первую очередь. В Госдуме много чего предлагает. Всему верить, что в Госдуме предлагает. А вы как относитесь к повышению штрафа? Плохо. Почему? Потому что порядок надо не штрафами наводить. А воспитание каких-то, наверное. Водители в автошколах, может быть, как-нибудь еще. А штрафы — это карательная мера, они ничего не решают. Мне кажется, на самом деле, это не проблема за рулем. Проблема в том, что как выявляют эти нарушения. Потому что какой бы штраф ни был, очень часто, очень сложно выявить эти нарушения. Здесь скорее должна быть какая-то социальная реклама на эту тему в большей степени. А штраф из 100 случаев будут выявлять, может быть, один, может быть, из 1001. Наверное, положительно. А почему? Ну, все-таки надо быть бдительными. Скорее положительно, чем отрицательно. Потому что, ну, это очень аварийно опасно. Я не знаю, я гарнитурой пользуюсь. Не могу даже ответить, по-разному бывает. Бывает то, что гарнитуру забудешь, и по телефону поговорить срочно надо. Ну, негативно. Почему? Потому что, ну, не всегда бывает возможность там остановиться где-то. И иногда бывает реально срочные вызовы на работе. Понятное дело, если там какие-то семейные вопросы, то можно ответить позже. А если по работе звонят, я где-то там в пробке стою, какая там возможность остановиться где-то? Пусть... Ну, не 5000 рублей. 5000 рублей – это очень много. Хотя бы 1000 рублей, там, полторы, ну, не 5000 рублей. Вы знаете, что настало? Ульяновская.